Виновские пейзажи вдохновили не одно творческое сердце. Минувшей осенью 20 художников из Крыма, Москвы и Самары провели пленэр на Волжских берегах. То, что можем поучаствовать в этом художнике, внести какую-то свою лепту, я считаю, это лишь капелька в море, и хотя бы ее приложить, помочь этим людям в их святом деле. Нынешний аукцион юбилейный, пятый по счету. Вырученные средства традиционно идут на поддержку детей-сирот, приемных семей, экстренную помощь больным. Ни одно государство, даже самое богатое, самое развитое в мире, не обходится при лечении детских онкологически больных детей без благотворителей. Потому что много сопутствующих расходов, много вторичных инфекций, которые неожиданно возникают, и нужно какие-то срочно закупить лекарства. 17 тысяч рублей – раз, 17 тысяч рублей – два. Нехорошо останавливаться на достигнутом. 17 тысяч рублей – Участники аукциона не только крупные бизнесмены и политики. Самарский в пятый раз объединяет всех, кому не безразлична чужая боль. Благотворительный фонд «Радость» – постоянный партнер правительства Самарской области. Более 10 проектов реализуются совместно с профильными министерствами. Сейчас идет подготовка к фестивалю детей-сирот вместе с Министерством культуры. Поскольку это еще благотворительный конкурс, тем более это ценно, потому что и касается и детей с ограниченными возможностями здоровья, что, в общем, не всегда удается нам в рамках наших учреждений делать. Поэтому работаем. Спасибо фонду «Радость», будем помогать. Итоги юбилейного благотворительного аукциона превзошли ожидания организаторов. В течение часа были проданы 50 картин. На благотворительную помощь собрано 3 миллиона 700 тысяч рублей. Инесса Панченко, Алексей Золотенков. События.